Привет! Это второй выпуск нового шоу. Этого человека разыскивает ФБР. Он умеет разговаривать как Никита Джигурда и мыслить как Анатолий Вассерман. Смотрим и запоминаем. Йоу, мальчики и девочки, это Гамбит, а.к.а. Чикане. Ну, можно просто Марик. Я говорю таким голосом, потому что меня ищет ФБР. Я в федеральном розыске. И вот, блядь, я говорю голосом Никиты Джигурды, используя разум Анатолия Вассермана, используя технологии анального коллайдера. Сейчас заведу фонограмму, блядь. Я ж вам, ёпта, не Алла Пугачёва, что, блядь, на живую петь, ебать. Он точно не Алла Пугачёва! Алый битбокс, дважды плейсток, старый бумбокс, а мой крахобор, спирит и бекос, долой огороды, даешь деньги лаванду. Блин, на мой взгляд, он просто хочет срать. Мы делаем прохорэп, безденежные пачки. На моей башке кровавая надпись «Крахобор» с тех пор, когда... С учетом того, что у Папы Римского началась диарея... Что? Что? Еще разок. У Папы Римского началась диарея... Да после такого у каждого начнется диарея. Фак, 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 фак. А теперь немножко бреда от Dirty Monk. Слабонервным лучше не смотреть. Пацаны в СССР, Dirty Monk давно была среда с хейтом жесткого, жесткого, жесткого. Но еще не об этом, я буду вам показывать свой страх, как я танцую в клубах, зажигаю. Йоу, мэй, оставайся в теме, хоми, это будет по-жесткому. Это будет по-правильному. Йоу, сап, мэн. Йоу, оставайся в теме. Фак, фак, мои глаза. Это что ли, летом что ли, жарко не было? Хватит ужасов, а теперь Борщ, а таких как Dirty Monk и тех, кто пишет ему гадости. Йоу, с вами Влад Борщ, уёбки, блять. Вы, потлатые говнари, меня заебали последнее время. Пишите ВКонтакте всякую хуйню, блять. Вот я вас отвечаю, я с корешами вас всех порешаю. Вам понятно, понятно, он найдет и порешает вас. Блять, суки. Я иду, ща. А, так вот. Я вас просто, блядь, ненавижу, ублюдки. Да сейчас, мам, блядь, подожди. Его мамка кушать дает, а он сидит пиздоболит в интернете. Задрот. Дальше. Ну и последним, кто завершит наше шоу, это MC Градус. Слушай, смотрим. Привет, MC Градус. Я такой, какой я есть. Пусть все задроты в интернете заткнутся, то что я нормальный пацан. На заметку, его песня не прикол, а как он думает, очень серьезная. Выебал дочку, дал шлюхи в почку, Сём. Выебал дочку, дал шлюхи в почку? Как такое можно написать? Шлюх к себе водил, так и жил, пока не встретил тебя. Вонючая, жирная, но красивая, улыбилась мне, когда бежал я к тебе. Вонючая, жирная, но красивая? Как такое можно написать? Это же жестоко! Слушать дальше это нельзя. Слуханем лучше это. Всем спасибо, с вами было шоу в хип-хопе. Смотрите нас ВКонтакте, на Ютубе и на сайте. Спасибо, Ева.